Мы часто тратим время и силы на решение разных мелких и крупных проблем. Но одна из них, может быть, самая важная, остается как будто в тени. Это проблема тотального беспамятства. Мы не помним историю собственной фамилии, самих себя. Мы плохо помним имена наших прадедушек и прабабушек. Мы не знаем, кем они были, чем они занимались и почему они нам совсем недороги. Вот главный вопрос. Однажды я понял это про самого себя. Я вдруг понял, что моим детям мне совершенно нечего рассказать про историю своей семьи. Наше родословное древо, оно оказалось как будто обрубленным, причем обрубленным у самого корня. Где-то тут, совсем недалеко, во втором, в третьем поколении. Трагический 20 век, он отутюжил нашу историю. И если пойти в эту сторону, мы увидим, что все упирается в революцию. В ту точку, в которой была разорвана наша история. Не только история нашей страны, но и история каждой нашей семьи, каждого нашего рода. И мы решили изменить эту ситуацию. Мы обратились к вам с тем, чтобы вы прислали историю своих семей к нам в редакцию. И вы это сделали. Мы собрали десятки ваших историй. И это большое сокровище. И сейчас мы издаем книгу. Для того, чтобы эта книга вышла, нам нужны средства. Нам нужна ваша помощь. И тогда что-то очень важное произойдет. Эта книга станет большим сокровищем чьей-то домашней библиотеки или чьей-то семейной истории, или каким-то очень важным подарком. Мы с вами можем осмыслить нашу историю вместе.